Подозреваемый, не являясь сотрудником водоканала, предложил представителю местной компании-застройщика выдать необходимые документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов. Стоимость услуг мужчина оценил в 6 300 000 рублей. За передачу денег наблюдали правоохранители. В ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками полиции и ФСБ России по городу Сочи он был задержан. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина сейчас находится под домашним арестом. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Я бы хотел обратиться к потребителям, которые сегодня собираются вновь подключиться к нашим сетям или подключить реконструированные объекты. Не надо обращаться к различного рода посредникам. Это, как правило, мошенники. И схемы, которые предлагают вам в этом случае, это не совсем законные схемы, которые мы потом отслеживаем.